То есть ты добрый человек? Ты знаешь, я уже где-то говорил, я настолько добрый человек, что я одно время, там лет 18, когда верил в приметы очень сильно, специально ел с ножа. Знаешь почему? Нет. Но говорят, что если ешь с ножа, то человек будет злым. Ты злил себя немножко. Я немножко себе злил, чтобы как бы мне, ну, быть чуть-чуть, ну, как бы злее, ну, как бы, понимаешь, да?